Так, привет, ты кто? Оля? Соня. Соня. Тоже руки холодные. Вот сыр. Все время у всех руки холодные, а у меня горячие. Ну ладно, давай побег. Ты размята? Давай. Да. Давай. Становись. Соня, тебе сколько лет? 10. Окей. Внимание. Харш! Так. Бежим по всей дистанции одинаково. То есть как начали, стартовали, так и закончили. Старт должен быть резче, а финиш, набегая на финиш, нужно ускоряться. Итак, вот маленькая наша теннисная дистанция. Внимание. Арш! Так. Хорошо. Становись, прыгни вперед двумя ногами. Полетим. Не-не-не, шире ноги. У тебя не такие плечи. Вон, на ширине плеч. Так, еще раз. Можешь дальше прыгнуть. Нужно дальше. Так, сейчас лучше. А назад. Так, хорошо. Еще раз. Так, хорошо. Бросай мяч. Разомни руку. И его разомни руку хорошенько. Подожди, ты разомни руку, сразу не бросай. Разомни. Знаешь, как разминать? Ну так разомни, я же тебе сказал размяться. Хорошенько, да. Куда ты мяч добросил? Вот до Стаса, которого ростик того. Добросишь? Ну давай. Молодец. А ну дай его корзины. Вон корзина дальше. Ну давай. Стоп. Опять. Смотрите, это у всех детей, которых вы воспитываете, которые не болеют. Смотрите. Как можно что-то сделать, когда тут все зажимается, естественно, дальше все идет. Свободнее. Открой ротик. Открой. Что ты закрыл? Ну открой. Вот и все. Открой спокойно. Давай. Вот так. Молодец. Это ты уже до корзины добросил. А ну давай дальше. Еще раз. Свободно. Свободно. Смотри. Не так бросай. Вот так. Давай. Так. О! Чуть не попал. Это я всегда люблю попадать. Хорошо. Давай поиграем. Лови. Лови, чтобы он попал на тебя. Не, на пол. Давай. Кидай, не бойся. Давай, давай, кидай сразу. Так. Так. Давай, так. Давай быстрее мне кидай. Так. А чего ты руки? Руки взяла, руки. Давай, 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 давай. Руки не раскрывай, не растопыри. Вот, нормально. Рядом были руки, рядом. Хорошо. Оп. Оп. Рот открой, рот. Ну что вы все. Смотри, как я зубы показываю. Покажи зубы. О, вот так вот и стоит. Отдыхай, отдыхай. Бери ракетку, отдыхай. Так, отдохнула? Ну давай, показывай, что ты, чему ты научилась. Не, а зачем теперь? Останься здесь. Останься спокойно. А кто это так бегает? Вот, нормально. Зачем? На носочках не надо. Спокойно. Поехали. Нет.
там мяч, это не надо. И другой пошли. Он совсем тух. Забыла ударить. Дело даже не только в этом, она просто все время думает, а вот как выполнить, свободней ног, иначе из этого ничего не выйдет. Таким напряженным нельзя быть. Спокойней, вот так, веселее, ничего. Потому что кошачьего, о чем я говорю, мало, мало. И немножко нет, разъебателях нет силы еще. Ну это может быть потому, что еще маленькая, это понятно. Речь нет. Все говорят да, и никто не умеет. Все говорят да. Давай посмотрим. Как ты с лёта умеешь, сказав да. А ну. Да, согласен. Молодец. Согласен. Ты сказала правильно, да. Да, а ну слева. Так, слева похуже. Так. Внимание, стоп. Смотри. Ты не надо ничего поворачиваться вот так и отсюда вести ракетку. Нужно просто ракетку вынести сюда и подставить ее к летящему мячу. Смотри, смотри сюда, встань. Смотри. Встань на меня смотри. Опять ты перепуганная. Ты что такая перепуганная? Ты меня боишься? Ну, я нормально. Как что ты хочешь, все я сделаю. Смотри, как сделаю. Вот я стою в штуку, мяч налево летит. И мяч перелетел между. Я не пытался. Раз и сыграл. Вот движение. Раз. Раз. И все. Ну давай. Попробуй. Не надо так. Не надо. Отойди. Вот, свободно, открой ротик. Я же тебе не говорил, чтобы ты сюда заносил. Вот тут, вот держи этой рукой. Чтобы она не шла сюда. Вот держи. Встреть ее. Вот туда ее. Смотри, вдвоем, давай. Держи. Оп, и все. Оп, и все. Оп, и все. Понятно, да? Видишь, как легко и просто. Ты меня проси, я буду подходить. Вместе с тобой будем соревнования. Давай. Стоп. Понятно, да? То есть над этим надо поработать. Подачу умеешь? Да. Да все, ты все да говоришь. Все да. Нет, чтобы сказать нет. Ну давай подачу. Но справа нормальное движение уже есть сюда. Справа. Все.
Так, забыла ударить, бывает такое. Еще раз. Господа тренеры, всегда говорю о том, что при подаче надо... Игорь Юрьевич где? А где Игорь Юрьевич? Вот я про Белалову хотел сказать, про маленькую Кристину. И вот отсюда. Не надо вот этих движений. Не надо начинать с этого. Вот все. А потом туда. Нет! Не вот сюда идут ноги, колени, а наоборот, колени идут вперед. Вот идут вперед колени. А потом взрывается все тело, все мышцы для удара по мячу во время подачи. А мы часто, помнишь, да? И вот она тоже, смотрите ее начало. Это ошибка. Вот ее нужно исправлять. Видишь, вот она делает движение неестественное, ненужное и лишнее. Его нужно убрать. Понял, Вова, да? Давай еще. А так движение нормально, она чувствует мяч. Да, да, да. Все. Двигаться дальше. Дело сложное. Теннис очень сложный вид спорта, технический. А все остальное как везде. Так,